Final Fantasy VIII – японская ролевая игра JRPG, разработанная и выпущенная компанией Squaresoft в 1999 году. Игра вышла спустя два года после триумфа Final Fantasy VII, но на этот раз игра занимала не 3, а уже 4 CD-диска и вполне оправдала свои ожидания. В 2000 году игра была портирована на персональный компьютер, но уже в 5-дисковом издании, где первый диск был установочный и 4 остальных игровых с видео. А в 2009 году, к своему десятилетию, игра была перевыпущена для PlayStation Network в виде скачиваемого контента. Пытаясь расширить круг покупателей, компания решила изменить дизайн персонажей. Из-за того, что не каждому приходилось по вкусу смотреть на ярко выраженных персонажей в анимешном стиле. Также персонажи теперь имели более близкий к реальности, не отличающийся между битвами и путешествиями внешний вид. Теперь персонажи выглядели стильно и красиво, но, тем не менее, более приближенными к реальности, что послужило на пользу среди геймеров Соединенных Штатов и Европы, а в частности тех, кому не особо приемлем японский стиль. Действие сюжета игры происходит в вымышленном мире, выполненном во утраже альтернативной современности с вкраплениями научной фантастики и фэнтези элементов. Главный герой, Сквоу Леонхард, замкнутый в себе студент военной академии, обучающийся для того, чтобы стать членом отряда СИД, подразделения элитных наемников. Ему вместе с группой единомышленников предстоит отбросить детские страхи и стать лидером команды, решающей судьбу мира. За два года создания игры Square добились немалого прогресса в области графики, и высококачественные CG-ролики тому подтверждение. Игра также имеет красочные бои, хороший сюжет и отличное музыкальное сопровождение, написанное незабываемым Нобу Уэмацу. Final Fantasy VIII принесла компании немалый успех, как среди общего признания прессы и критиков, так и в коммерческом плане, собрав 50 миллионов долларов за первые 13 недель после ее релиза. В частности, игра заняла 22 место среди величайших игр всех времен по версии журнала Famitsu. В соответствии с данными, опубликованными компанией в марте 2003 года, мировые продажи игры составляют 8 миллионов 150 тысяч копий. Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафер 33, и мы с вами начинаем прохождение игры Final Fantasy VIII. Это первая игра второго сезона Pro Gamer Television. Ну что ж, единственное отличие от седьмой части, она у нас не адаптирована под 16:9, поэтому она будет идти 4:3. Ну, где-то будет между 16:9 и 4:3. Такое у нас будет небольшое расширение экрана. В эту часть я тоже играл, как она только вышла. Единственное, я, конечно, не нашел, чтобы показать вам, какие были очереди. Потому что фотографии эти, к сожалению, не дошли до нашего времени, как я не искал ни в журналах, ни в интернете. Вот, а просто, насколько помню, меня очень удивило, в 99-м году, как японцы занимали очередь за полтора дня, чтобы купить эту игру. И игры, конечно, всех не хватило копий. Вот, ну что ж, сейчас у нас идут такие наброски, гейм-арты небольшие. Да, здесь же опять же музыку незабываемую Нобу Уэмацу писал. То есть вся та же самая компания, которая делала нам седьмую часть, поучаствовала и здесь тоже. Вот, что можно сказать о релизе. Данный релиз — это стимовская версия с кучей улучшайзеров. Вот, она русифицирована, переработан тут русский язык, соответственно, там все доработано, ну, и так далее. Честно говоря, не до конца не досмотрел никогда все-таки я эту заставку.
сейфе. Ну, я помню точно, как у меня тряслись руки, когда я получил этот компакт-диск. Когда я только купил эту Final Fantasy. Напомню, что она была, ну, в России, конечно же, на пиратские копии. И они были в японском стиле белого цвета. Белая тоже упаковка была. В большом боксе по 4 диска. 99-й год. Компания Square. Ну что ж. Так, здесь у нас идет стимовское управление. Нам оно не нужно. Ну что, новая игра. И поехали. Такой вступительный ролик мы увидели. Как ты себя чувствуешь? По-моему, в порядке. Ну ладно. В следующий раз полегче, слышишь? Похоже, твои глаза сфокусируются. Похоже, ты в порядке. Назови мне свое имя. Сквол. Мы ничего не будем менять. Так. Ты бы полегче с обучением, а? В следующий раз может так и не повезти.
Скажите это Сейферу. Этот Сейфер никого не слушает. Зачем ты обращаешь на него внимание? Я же не могу просто сбежать. Хочешь быть крутым, да? Ну, не поранься в процессе. Давай посмотрим, твой инструктор... Квистис, я сейчас ее позову. Подожди минутку. Квистис, пройдите к своему ученику. Да-да. Его ранение легкое, возможно, останется шрам. Верно. Теперь проходи, пожалуйста. Сквол. Вот мы и встретились снова. Я знала, что это будет, будешь или ты, или Сейфер. Ну ладно, пошли. Сегодня полевые испытания. Сквол, есть какие-нибудь мысли? Вряд ли? Ха-ха-ха. Что смешного? Смешно? Нет, не в этом дело. Я просто счастлива. Похоже, я начинаю немного понимать своего ученика, вот и все. Я более сложен, чем ты думаешь. Тогда расскажи мне. Расскажи мне больше о себе. Это не твое дело? Вот он, Баламп Гарден. Здоровы. Доброе утро, класс. Начнем с сегодняшнего расписания. Похоже, тут со вчерашнего дня циркулируют слухи. Да, полевой экзамен для кандидатов в СИД начнется сегодня днем. Те, кто не участвует, и те, кто провалился на письменном экзамене неделю назад, останетесь в классе. Ученики полевого экзамена свободны до начала экзамена. Просто убедитесь, что вы в лучшей форме. Встретимся в зале в 16 часов. Я буду объявлять распределение по командам. Вопросы есть? И специально для Сейфера. Не порань своего партнера во время тренировки. Будь осторожен с этого момента. Участники полевого экзамена, мы все увидимся позже. И, Сквол, мне нужно с тобой поговорить. Так, слушайте, ну вот мы тут... А, да-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 да, это не сейчас, какая боль. Ты еще не был в огненной пещере, не так ли? Тебя не допустят к участию в сегодняшнем экзамене, если ты не пройдешь это испытание. Я хотел пойти сегодня утром, но Сейфер. У тебя есть уважительная причина? Вряд ли. Тогда пошли. Если ты еще не очень уверен, ты можешь пересмотреть свои занятия на панели обучения. Я буду ждать у параллельного входа, так что приходи, когда будешь готов.
ты можешь достичь панели обучения через свое место. Так, отлично, ну-ка. Один с инструктором Трип. Я так ревную, может, мне нужно принять этот факт тоже? Если что-то случится с инструктором Трип, Трипли доставят тебя назад. Короче, они ушли. Давайте мы тут полазим, не знаю. Так, кнопочки понажимаем, меню. Что у нас тут? Сквол, уровень 7. Скажу честно, вообще ничего не помню. Просто трэш какой-то. Буду заново обучаться всему потихонечку. Так, она сказала на моем рабочем месте. Давайте посмотрим здесь. Включить энергию. О, введение. Подключить сквол. Подтверждено. Стражи. Для сквол поиск. Страж зарегистрирован. Сквол. Страж. Квезакотл и Шива. Обучение затрагивает все аспекты игры. Обучение также доступно при помощи обычного меню в игре в любое время. Действие в битве. В битве на экране появляется окно состояния, в котором показывается имя персонажа, его здоровье и АВВ индикатор. Персонаж может действовать, когда АВВ индикатор заполнен. Это странное название АВБ. Команды показываются, когда АВБ индикатор заполнен. Для выбора используйте направление, нажмите X. Для подтверждения команды нажмите R2. Пока курсор на экране, чтобы посмотреть подсказку. Для использования магии выберите магию и выберите цель. Рядом с названием магии показано число. Значок показывает, что магия привязана. После выбора пункта «Предмет» выберите предмет и цель. Число около каждого предмета показывает, сколькими предметами обладает группа. Пункт ZS, или по-английски Guardian Force, вызывает ZS, привязанную к персонажу. Выберите ZS и его цель. Число около имени ZS характеризует ее здоровье. Выберите «Вытянуть», чтобы вытянуть магию из врагов. Выберите цели «Магию», затем «Запасти» или «Использовать». «Запасти» запасает магию, а «Использовать» использует магию на врага. Когда у вас мало здоровья, около пункта «Атака» может появиться значок «Стрелочка». Нажмите стрелку вправо, и это новая команда мощнее обычной атаки. Вот типа лимита. Так, разное. Нажмите L1 для выбора цели в окне, удерживаете Select и Start, чтобы сбежать хотя бы, это невозможно. Вы получаете опыт даже в случае побега, но зависит от повреждений врага. Ну, видеосправка тут есть какая-то. Привязка Guardian Force и установка команд. Введение в привязку. Привязка позволяет персонажам повышать эффективность боя и использовать способности. Это означает, Guardian Force должен быть привязан, чтобы использовать способности. Начнем с привязки Guardian Force. Сейчас Guardian Force не привязана. Команды, выделенные серым, пока нельзя использовать. Когда выбрана привязка, появляются команды ZS и магия. Так как нет привязанных ZS, магия показана серым. Привяжем ZS. При выборе пункта ZS появляется список ZS. Нажмите квадрат, чтобы посмотреть, на что способна ZS. ZS способна ОЖ-привязку и привязку к живучести и так далее. Выберем ZS. При выборе
ЗС Квезакотл, ее способности ОЖП и ЖИВП делают доступными пункты ОЖ и ЖИВ. Теперь можно привязать магию к ОЖ и ЖИВ. Но так как пока нет магии, мы перейдем к установке способностей. Существует три командных способности и две некомандных способности для персонажей группы. Всего можно установить 5 способностей. В зависимости от способностей ЗС может быть установлено до 4 некомандных способностей. Это означает, что можно устанавливать до 7 способностей. Установим способности. Сначала выберем позицию. В верхнем окне находятся командные способности, используемые в битве. В нижнем окне способности персонажа и группы. При выборе верхнего окна показываются командные способности. А при выборе нижнего способности персонажа и группы. Так как пока нет магии, установим командную способность вытянуть, чтобы раздобыть магию. При выборе пустой позиции курсор перемещается вправо. Выберем вытянуть, чтобы установить команду вытянуть. Таким образом устанавливаются командные способности, используемые в битве. Добавим ЗС и предмет к списку командных способностей. Теперь ЗС и предмет установлены. Установим некомандную способность. Переместим курсор вниз, и будут показаны способности персонажа. Теперь установим магию плюс 20, выбрав пустую позицию. И выбрав магию плюс 20. Сейчас установлена магия плюс 20. Способности установлены. Закончим на этом удачи. Слушайте, вынос мозга, честно говоря. Если я так бы учился, мне... И причем, знаете, игра только началась, а мне уже экзамены сдавать. Что за фигня такая? Игра в карты. Вот это самое интересное. Введение. Игра в карты. Эти карты появились, когда телепат по имени Арван изменил обычные игральные карты. Игра стала популярной среди солдат, коротавших время между битвами. Популярность игры быстро росла, и в каждом регионе были приняты свои правила и варианты изображений. Первое. Изображение. Второе. Числа. Соответствуют четырем сторонам карты. Первое. Слабо. А. Сильно. От 1 до А, я так понимаю. Третье. Стихия. Некоторые правила позволяют использовать стихийные свойства. Игральная доска. Сюда помещаются карты по одной за раз. Второе. Стихия. При некоторых правилах на доске показана стихия. Карты перемещаются по очереди, и выигрывает игрок, у кого больше карт, когда заполнены все 9 позиций. До начала игры... А, кстати, там еще что-то было, подождите. А, вспомните правило, нажав круг. Ну, кстати говоря, да, здесь вот, знаете, вот что-то очень похоже на карточную игру в Ведьмаке. Будем играть, я на самом деле забыл. До начала игры выберите 5 карт, обратите внимание на числа и стихии. Первое – имя карты, второе – номер, третье – номер страницы, четвертое – выбранная карта. Тоже переворачивают карты, имеющие те же числа, на втором или более сторонах. В этом примере 4 и 1 совпадают стрелками сверху и слева, то есть переворачивается верхняя и левая карта. Плюс означает, что карты, сложенные, сложение с которыми на двух или более сторонах дает одно и то же число, переворачиваются в этом примере. Сложение с картами сверху и слева дает 7. Карты сверху и слева переворачиваются. Карты, переворачиваемые в случае правил, тоже или плюс переворачиваются прилежащие карты по правилу комбо. В этом примере красная будет перевернута, так как у
карты, так как у первой из двух переворачиваемых карт число больше. В стене тоже используется стена доски рамка, как одна из четырех карт при применении правила тоже. Считается, что стена имеет значение А на всех сторонах. Стихии изменяют значение карты в зависимости от стихийного свойства. Когда свойства карты позиции совпадают, значение увеличивается на 1. Если стихии не совпадают, карта теряет от 1 первоначального значения. Другие правила. В открытую все карты открыты, вслепую карты выбираются случайно, внезапная смерть, игра до победы. Правило торговли. Когда игра закончена, карты продаются. Победитель забирает одну карту проигравшего в соответствии с основным правилом. Кроме 1 существует много других правил. До начала игры обратите внимание на правила. Особые правила торговли. Прямое. Забираются перевернутые вами карты, но теряются карты, перевернутые противником. Разность. Победитель забирает количество карт, которыми он выиграл. Все. Победитель забирает все карты проигравшего. О, блин, вообще жесть. Что за тест? Значки, а вот у нас стихии тут. Огонь, лед, гром, земля, яд, ветер, вода, святость. Состояние, смерть, яд, окаменение, тьма, безмолвие, берсерк, зомби, сон, замедление, остановка, проклятие, ошеломление, вытянуть. Статистика, вот кстати. ОЖ, это здоровье, сил, сила, жил, живучесть, магия, дух, скорость, уклонение. Но это точность попадания. Удача. Стихийная атака, стихийная защита, состояние атаки, состояние защиты. Способность. Способность к привязке, командная способность, способность персонажа, способность группы, способность ЗС, способность меню. Информация. Справка по Final Fantasy. Базовые термины. Слушайте, ну это я даже не мог читать. Виды способности, привязки. Это очень круто, прямо не знаю. А что за тест? А, я не могу. Ну все, короче. Это только видение было основой. Давайте посмотрим. Посмотрите обучение, как использовать магию и стаж. Страж. А магия. Парамагия. Магия, которую используют обычные люди, на самом деле парамагия. В своей основе это техника, включающая контроль над энергией. Парамагия разработана доктором Одином. Он был первым ученым, исследовавшим природу магии, изучая колдунью. Это умение может быть получено путем обучения, однако в отличие от магии, здесь труднее достигать уровней силы, соответствующих определенному оружию. Страж. Страж. Охраняющая сила. Страж – независимая энергетическая сила, комбинирующая ее с парамагией, которую можно контролировать огромную энергию. Возможно, побочным эффектом бывает потеря памяти, но это еще не доказано. О колдуньях и магии. Женщина, которая унаследовала колдовскую силу, происхождение колдуньи восходит к древним временам правления Хыня, однако не сохранилось достоверных фактов. Так, понятно, давайте посмотрим. Академия, что там у нас дальше? Правила фабрики. Класс. Студенты должны сидеть на своих местах, ждать своих инструкторов за 5 минут до начала занятия. Когда занятие окончится, спокойно пройдите в свой следующий класс. Еда, оружие, магия запрещены. Учебные панели общие. Обращаться с осторожностью.
учебный центр. Соблюдайте осторожность, в учебном центре чудовище настоящее. Он открыт 24 часа. Посещать площадки не для тренировок запрещено. Не вступать в схватки, превышающие ваши возможности. Лазарет. Посещение лазарета, если у вас вопросы или проблемы со здоровьем, не брать предметы из лазарета без разрешения. Следовать указаниям доктора, дежурный врач, доктор Кадоваки. Библиотека. Часы работы с 9 утра до выключения света. Пользование библиотекой. Все материалы открыты для просмотра. Вы можете выбирать материалы у стойки. Всегда сохраняйте спокойствие. Спальня. Каждый может присоединиться. Отдельные комнаты предпочтительно для СИД. СИД. В общем, я буду лучше... Семян я не буду читать, это же пипец. Выходить после закрытия с целями. Помимо учебных запрещено не оставать личные вещи в общественных местах. О, кафе тут есть. Часы работы с 9 утра до 9 вечера. Соблюдайте чистоту. Если требуется поздний ужин, заказывайте заранее. Правила студента. Сад воспитывает. Работай круто, учись круто, будь крутым. Одежда. В общем, саду Баламба нет правил относительно одежды, однако одевайтесь в соответствии с инструкциями ваших начальников. Награждение и наказание. Главный мастер представляет официальное одобрение выдающимся ученикам. О, ученики, замеченные в атаках жестокости, половой распущенности и плохой успеваемости и так далее, могут быть отчислены из сада. Подождите, там было написано именно половой распущенности. Нормально. Связь. Умения, преподаваемые в саду, не должны быть использованы в личных целях. Воздерживайтесь от любых действий, способных повредить репутацию сада. Хорошо все обдумайте перед вступлением в сношение. Тревога. В чрезвычайных ситуациях, если вы 2F используете аварийный выход рядом с классом, если вы на первом этаже, выходите через главный выход. Все ученики обязаны позаботиться о младших во время тревоги. Не использовать подъемник во время тревоги. О, вечерний досуг тут есть. Все ученики обязаны быть в своих спальнях после отбоя, кроме тех, у кого в учебном центре. Слушайте, ну это вообще просто что-то. Вечерний досуг, что ли? Зачисление выпуск. Зачисление. Принимаются абитуриенты от 5 до 15 лет. Трудолюбивые целеустремленная молодежь приветствуется. Честолюбивые карьеристы также приветствуются. Абитуриенты должны пройти окончательное собеседование. Выпуск. Должны быть от 15 до 19 лет, должны иметь все требуемые умения и знания, преподаваемые в саду. Должны иметь разрешение главного мастера для окончания в 20 лет, независимо от образования. Все ученики покидают сад. Вот так вот. Программа сада позволяет выпускникам вербоваться в армии всего мира. Инструкторы из СИД могут оставаться в саду. Однако статус СИДа должен быть достигнут до 20 лет. Вот так вот. Информация о саде. О саде Баламб. Главный мастер сада Баламб СИД Крамер. Владелец сада Баламб, садовник Норк. Сад Баламб был первым садом, построенным в соответствии с мечтой и идеалом главного мастера СИДа. О саде Траберия. Сад в районе Траберия. Между садом Траберием и Баламбом существует программа обмена. О саде Галбадия. Сад в республике Галбадия – это величайший сад из трех. Галбадский старший садовник Мартин, также являющийся главным мастером, установил программу набора выпускников Баламба в галбадинскую армию. Вот так вот, блин. Так, информация о СИДах.
что есть сид. Если бы я прочитал 7, это было бы вообще как-то странно. Наемники из сада Баламп, управляемые стражи, получают дополнительные способности. Они работают маленькими группами и действуют по всему миру. Распространение сид. Сид распространены по всему миру, их услуги востребованы правительствами и даже гражданами. Их задачи варьируются от обеспечения военной поддержки до личной охраны. Отбор сид. Ученики могут подать заявление с 15 лет, пройти письменный тест и закончить официальное задание, необходимое для превращения в сид. Сид оплачивается согласно рангу. Зашибись. Академия сообщает. Тут, может, какие-то эти... События сада. Церемониальная служба. Церемония входа, экзамен сид, полевой письменный, летний праздник сада, летние каникулы, осенний студентик, события студенческих... Студентики... Блин, слушайте, ошибка, что ли? Зимние каникулы. Так, что там? Ваше мнение, что тут есть? Ваше мнение важно, чтобы сделать наш сад лучше. Изложите его и опустите в этот ящик. Первое есть. Трип навсегда. Трип. Навсегда, детка. Блин, я хочу с ней встречаться. Фанат Трип номер один. Это наш инструктор. Хей, фанат Трип, у тебя есть тупая задница. Я хочу надрать тебе задницу. Как тебя зовут? Ой, страшно, страшно. Как... Большой баклан. Я надеру ваши жалкие задницы, и это не для ваших дурацких игр. Понял, КЗУ? Я не хочу, чтобы меня преследовал комитет по дисциплине, поэтому не пишу свое имя. GI. Что? Что за GI? Кто это? Альмаси. Видишь? Они не дремлют. Хорошо, что я обошелся инициалами, GI. Я тоже обойдусь инициалами. Эй, кто-нибудь знает, хот-доги нынче свежие, и их еще не пробовал. ЗД. О да, они самые лучшие, мужик. Ты опоздал, МС. Блин, я опять опоздал, ЗД. Эй, ЗД, у тебя сегодня экзамен. Так, удачи, мужик, МС. ЗД, я надеюсь, что ты сдашь экзамен. Будь осторожен, ладно, библиотекарь? Понятно. Комитет фестиваля. Что есть у нас? Опа. Все так... Забавно выключилось. Спасибо, что заглянули на эту страницу, но здесь не будет теперь перемен. Это потому, что председатель комитета садового праздника покидает сад. Я не собирался стать сидом и даже не буду заканчивать. Я посвятил все свое время садовому празднику, моей страсти. Но в итоге... Не будет никакого садового праздника. Это потому, что никто не захотел мне помогать. Но это лишь моя вина. Я думал, что потяну все один. Я начну новую жизнь, но я искренне надеюсь, что как кто-нибудь продолжит дело садового праздника. Прощай, Баламп, Уимби Доннер. Еще раз, нет, я все. Еще раз. Вообще пипец. Пошли нахрен отсюда. Это же голова у меня уже это. Шуметь начала. Так, давайте. Убегаем. Я опоздал. Вау! Ты в порядке? Ага. Тили-лили, я в порядке. Пардон, я немножко спешу. О, да. Эй, ты только что из того класса? А наставник еще там? О, нет. Это место настолько больше моего последнего сада. О, хе-хей. Только что переехал сюда. Как ты думаешь, может, ты мне устроишь краткую экскурсию по саду? Конечно. Вау, ладно, пошли.
Ох, мы поедем на лифте до первого холла, я тебе покажу директорат. Директорат, вот что вообще. Кстати, вот здесь еще тоже новое введение, что, если помните, в меня там входили мои персонажи, а здесь они теперь бегают со мной. Вот. Эй, вам это надо или нет? Мой брат дал мне эти карты, но на самом деле мне они не нужны. Вы можете взять их, если надо. Что? Как вы играете в карты? Наверное, будет лучше изучить пояснение в карточной игре в учебнике. Я немного знаю на самом деле об этом. Если ты хочешь сыграть с кем-нибудь в карты, поговори с ним, нажав квадрат. Но учти, что карты играют не все. О, и кстати, я как раз не играю, так что не приставай ко мне с этим. Получено 7 карт. Вот здесь у нас есть карты. Они самые простенькие. Карты мы по мере будем как бы этот накапливать. Ну, ладно, посмотрим со временем, что у нас получится. Вот директорат. Вот оно. Сад Баламп очень большой. Хорошая мысль проверить, куда ты хочешь попасть и найти это здесь. У меня вопрос. Как этим пользоваться? Подогнать курсор и нажать X для выделения. Затем я кратко разъясню назначение различных помещений. Так точно, сэр. На севере находятся спальные помещения. Большая часть студентов живет именно там. Мало кто ездит каждый день из дома и домой. Да, я тоже живу в общаге. Там можно отдыхать и переодеться. К западу от северного блока находится бар. Там всегда большой выбор хот-догов и всегда большая очередь за ними. Поняла? К востоку от северного блока находится парковка. Обычно мы ездим на задания на машинах сада. Главные ворота расположены на юге. Правильно, мне надо встретиться с инструктором Трип у главных ворот. А в чем дело? А, ничего. Затем у нас есть помещение, расположенное в западном блоке. Там скоро будет некоторое событие. Знаю, фестиваль сада. Это будет замечательно, я планирую быть в комнате. Ты тоже хочешь помогать? Давай продолжим. К югу от западного блока расположен лазарет. Там нас лечат от ранений, но множество студентов ходит туда просто за советом. Как зовут врача? Доктор Кавадуваки. Теперь восточный блок. Это учебный центр, единственное помещение, открытое по ночам. Там проходит обучение, там бегают настоящие чудовища без привязки. Если несерьезно к этому относишься, то и помереть недолго. Будь осторожен. Сгладывает, хорошо. К югу от восточного блока расположена библиотека. Там находится куча полезного материала. Ну, терминалы в классной комнате намного более эффективны. И ты уже знаешь о классной комнате на втором этаже, правильно? Да, я ее помню. Кстати, кабинет главного мастера расположен на третьем этаже. Для доступа туда нужно иметь разрешение. Еще вопрос, как зовут главного мастера? Главный мастер Сид. В общем, все. Что-нибудь еще? Поняла. Эй, ты сегодня сдаешь экзамен? Ага. Тогда, может, потом увидимся? Я уже закончил обучение в моем прежнем саду. Я тоже сегодня сдаю экзамен, Сид. Удачи нам обоим, ха. Большое спасибо. Так, давайте мы с вами сохранимся, друзья. 38 минут мы с вами играем, пипец. Так, ну и можно здесь еще дальше побегать, давайте посмотрим.
Так, вот здесь у нас, по-моему, больница. А, ну точно, где мы шли. О, Сквау, у тебя экзамен сегодня, так? Как там эта голова поживает? Эта голова причем, да? Ничего так? Подождите, там что, ничего нельзя взять? О, туда можно пройти. Ничего тут нету. Блин, вообще так прикольно. Смотрите, фонтаны везде. Почему у нас таких институтов нету, а? Кому вопрос этот задать? Извиняюсь, вы не играете на инструменте? Что встало? Все? Давай, обрати на меня внимание. Эй, я тебя знаю, мы столкнулись в классе, правильно? А, подождите, это она, что ли? Ой, это на коньках, что ли, ездит? В исполнительной комнате в садовом празднику. Если тебе интересно, подходи, посмотри на сцену. Ну, пойдем посмотрим. Ничего себе. Всех участников комитета праздника сада разослали в горячие точки по всему свету. Эти студенты-путешественники, похоже, были этому только рады, но... Тебе интересно, чем я занимаюсь? Интересно. Тогда ты должен присоединиться к комитету праздника. Туда нельзя... А, можно забраться. Вспоминаю сразу, знаете, вот когда вот эту игру играю, как вот тоже в институте учился, ну, прям вообще пипец. Ностальгия сразу по всем фронтам. Здесь у нас столовка. А, тут, кстати, подписано, вот. Бар. Бар, блин. Сейфер. Пить. Я могу чего-нибудь попить? Я бы хотел водички вот так. Отказать. Да, это Сквол. Фуджин угощает, знаете, хотите что-нибудь? Ярость. Оу. Оу. Что? Что? Сквол, не видишь? Дисциплинированный комитет занят. Не отвлекай нас. Куда я побежал? Сегодня хот-догов больше нет. Короче, в баре сейчас никого нету, ну и хот-догов здесь нету. Но мы еще к этому как-нибудь вернемся. Ладно, давайте еще дальше посмотрим, что у нас там есть. Это у нас спальня. Такую небольшую экскурсию мы с вами проводим тут. Интересно, сколько народу приходит сегодня испытание СИД. Но этот письменный тест был действительно сложен. О, по крайней мере, ты сделал письменную часть. Я все еще не набрал нужные очки. Я знаю, у меня тоже немного осталось. Было бы чудно, если бы мы прошли все это вместе. Ага, даже круче, если пройдем мы втрое. Ты бы подошел, так разговоры послушал. О, здесь сейф тоже есть. Что у нас там есть тоже? Две комнаты почему-то. В принципе, здесь можно поспать.
если что. Нет, мы спать точно не будем. Валить надо. Так, здесь у нас что? Парковка. Кстати говоря, по поводу Final Fantasy VII Remake. Очень надеюсь, что после нее будет восьмая часть. То есть это мои как бы две любимых игры. Прям жду с нетерпением. И да, еще... Когда-то давно, в 2000 году, нам показали ролик, типа как бы ремейка Final Fantasy VIII. Ах, не думаю, что был так близок к смерти. Так, таков печально известное чудище. Так, слушайте, я туда точно не побегу, потому что там можно сейчас напороться так, что я потом не выживу. Я мечтал стать Сидом с самого детства. Разумеется, я хочу помочь. Я буду Сидом, я буду прилежно работать. Студент номер 41-269, Сквол. Ты такой трудный ребенок, ты сегодня сдаешь финальный экзамен, Сид. Ты заставляешь ждать инструктора Трип. Почему ты здесь до сих пор? Потому что я хочу в библиотеку. Такая наглость вообще. Трудный ребенок. Библиотека с косичкой. В библиотеке строжайше запрещено следующее: читать вслух, есть и пить, бегать. А также не задерживать книги, не драться стульями. Мне надо в следующий период разъяснять эти правила детишкам. Я так волнуюсь. Надеюсь, они поймут. Ладно, здесь бегать на самом деле нельзя. Не знаю, почему бегать. А, вот так вот ходить на кнопочку. Все, я понял. Ладно, надо, короче, бежать. Давайте с вами еще раз сейв сделаем, потому что уже, блин, время-то дохренище прошло, чтобы на всякий случай там не облажаться, не помереть. В чем дело? Я просто думал, возмутительно, ничего подобного. Ах, влюбилась. Ужас вообще какой-то. Ох, Квистец, сколько она ждала меня. Ну, точка магии. Так, давайте мы, кстати, с вами... Привязку сделаем. Сквол, привязка, ЗС, квазикотл, магия, ЗС и вытянуть. Точка вытягивания найдена, лечение. Получил 5 лечений. Мне нужно разъяснить несколько вещей перед тем, как мы отправимся. Страж дает нам силу. Чем сильнее страж, тем сильнее мы становимся. А теперь краткая лекция о привязке стражей. Введение в привязку. Привязка позволяет персоналу повышать эффективность боя и использовать способности. Это означает, ЗС должен быть привязан, чтобы использовать способности. Начнем с привязки ЗС. ЗС сейчас не привязана. Подождите, по-моему, это была уже. Команда, выделенная серым, пока нельзя использовать. Так, слушайте, я же это почитал. Пока все в порядке. Всегда можно переспросить, выбрав справку в меню. К
Когда мы пойдем в огненной пещере, я объясню, как подключать магию. Во время боя выберите команду «Вытянуть» и подтягивайте магию из врагов. Убедитесь, что что-то вытянули. Готовы? Это огненная пещера, в которой проводится испытание к востоку отсюда. Так, вот теперь мы берем привязка Квистис, ЗС, Шива, магия, ЗС, вытянуть. Здесь тоже можно, кстати, сохраняться. Ну, немножко здесь по-другому, чем в Final Fantasy VII. Так, а теперь мы просто попробуем. Сквал, ты помнишь? Кнопка R1 триггер. Нажимаю ее во время ударов. Тоже для Резукена. Огонь вытянул. Так, подождите, а что еще там можно вытянуть? Огонь. Запас. О, лечение. Запас. Объясню, зачем я это делаю, чтобы ее поставить потом на что-нибудь. Давайте мы сейчас все это вытянем. Конечно, это долго, нудно, но без этого здесь вообще никакой игры не будет. Так. Скан. Блин, в этой мухе там столько огней. Пас ракету тратить неплохо. Можно посмотреть, сказать, сколько. 23 огня. Нужно 100. Так. Знаете, я думаю, может быть, одну муху уничтожить? Давайте вспомним. Нифига себе, а сколько у него жизни? Готово. Так, теперь делаем как? Лечение использовать на себя. И чё? А. По-моему, я использовал на него лечение, нет? Вот это что такое? Тоже огонь. Огром, нифига себе. Слушай, ну у нас прям целый набор здесь, прям в первом бою. Правда, это растянется у нас на достаточно долгое время.
это пипец вообще. Как долго. Ну, во. Я уже подумал, глюк какой-то. Скан, я не знаю, нужно ли мне, не нужно. Хотя, конечно, нужно. Каждая из магии, она, ну, как бы, на... увеличивается что-то свое, допустим, ну, лечение, жизнь увеличивает, ну, и так далее. Надо посмотреть, сколько вообще у нас полтинник. А, вот огонь 80 уже. У нее 85. Ух ты, блин, Кристис, она так вот обгоняет. Кстати, потом можно передать магию. То есть часть ей, часть ему, ну и так далее. Тоже обмениваться здесь можно. Блин, что-то скоро плохо получается. Хотя у нее тоже не фонтан. Опа. Кристис полная. Так. Долгая процедура. Поделаешь. Самое главное просто кнопками не запутаться и не убить их. Это будет обидно. Кстати, очень повезло то, что вот прям жиробас этот и муха появилась. Каждая новая магия, когда она будет появляться, соответственно, мы ее будем накапливать. Так, надо сейчас проверить, сколько, а то что-то это долго уже. Благо здесь удары быстрее копятся, чем в седьмой части. 38, блин.
А теперь что? А, подождите. Кристис. Это у Скола 38, да, было? Самое главное, лечение до конца тоже довести. Магия с концом. Раз на раз не приходится, ничего себе. Блин, запас. Давай, блин, инструктор трип. Сейчас проверить, сколько у Скола. Забыл. У меня уже практически все. Сестры. Грустное занятие, это пипец. Ну оно просто необходимо, как воздух. Черт, а че ее кусает так в основном? Опа. На. Блин, сейчас путаться просто буду из-за этой фигни. Так. Так, и сейчас муху в расход надо пустить будет. Девяносто шесть, блин. Давай, 4. Йоу. Все, муху расход. Эх. Так, там или 1, или 2, что-то я не помню, что там говорил, надо зажимать. Нет. О, хорошо, давай.
мне надо вылечиться. Лечение здесь, ну, оно самое сильное магия из всех, которые сейчас присутствуют для повышения жизни. Даже не знаю. Вроде мы с вами обо всем поговорили здесь. Так, подождите. Тоже не так уж и много. Все ниже и ниже. О! В два раза больше. 70. Сокращаем разрыв. Опа. Так, квестис тоже, по-моему, все. Все последнее. И самое важное, блин. Так мало.
Мэйлен Квистис. Так, 27. 44. 5. Блин, сквол очень. Чего ж так мало? Сразу откусить кусочек захотел, а? Восемь начинок. Так, давайте посмотрим, сколько там. 7. Ну ладно, сейчас мы тогда и тогда будем всех лечить. Здесь, кстати, джойстик так вот не сбоит, как вот в седьмой части. Тут все четко прям. Все. Три. Походу, дело у нее все. 8. Смотрите, вот жизни 501 и 486. Сейчас посмотрим, у кого какие способности, чтобы глянуть наш, где мы можем поставить жизни. Волны, что за нахрен такое? Что ты, блин, гнида, да? А это, кстати, берсерк. Все сдохло. Так, седьмой и восьмой кусок там камня получили.
Так, паутина. Вот ZS получил 4 OU. Теперь давайте мы заходим в ZS и смотрим. Вот изучить. Тут есть такая штука. Есть тут такая привязывать магия к ОЖ. То есть это повышать, короче, жизнь. То есть нам надо 50 очков. И здесь тоже надо. Дух. Ну, давайте. Да, давайте так, силе изучим. Так, дальше, что у нас? Привязка к Вистис. Давайте, привязка, магия. Вот, допустим, магия. Что у нас там? Магия плюс 10 будет, если лечение поставлю. Либо огонь 16. То есть магия у меня на 16 увеличится. А у Квистис... А здесь у нас нету ничего. Дух повысим. До 21. Обалдеть. Ну, это лечение так повышает. Ну, ладно, я думаю, с этим мы потом прокачаемся. Просто будем уже дальше смотреть по ходу, что лучше поставить. Ну что ж, а с вами был Сафир Тритройки на канале Pro Gamer Television. Это была первая серия игры Final Fantasy VIII. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.